Оползень случился в эти выходные на склоне около Нижегородского Кремля. Пласт земли сполз у северной башни, рядом со строительной площадкой фуникулера. Погода. Земля напиталась водой и съехала. Здесь грунты слабые. Здесь же песчаные грунты. Так оползни у нас бывали довольно часто. Вот, большой оползень в 70-х годах 20 века, например, случился. Вот, видите, здание, оно старинное, начало 20-го столетия. Справа такой резолит выступающий, такой же был с левой стороны. Вот тот, что слева, он обрушился, тоже из-за оползня. Построили Горьковский дом модели первоначально. Вот теперь видим бизнес-центр «Муравей». Все живы, здоровы. Здание пострадало. То есть ни церковь, ни храм, ни дом Бугрова? Все целое. А где вот этот грунт, он сейчас находится, этот огромный пласт? Его уже убрали или постепенно убирают? Постепенно убирают. Кстати, как сообщили в пресс-службе Нижегородского правительства, угроз из-за оползня для башен и стен Нижегородского Кремля нет. Сейчас специалисты различных ведомств проводят обследование школы, чтобы решить, как проводить восстановление склона.